Надії Савченко, яка зараз у московському СІЗО, сьогодні таки передали ліки. Найближчим часом там її огляне лор. Про це повідомив адвокат ув'язненої української льотчиці Марк Фейгін. Учора він сказав, що Надія 13 грудня оголосила голодовку через те, що їй не надають медичної допомоги. В ближайшие часы Надежда Викторовна Савченко посетит лор-врач. Но это не тот врач, который рекомендует защиту, частный врач, частной практики, а тюремный врач. Ну, возможно, у нее достаточной квалификации, я судить об этом не могу. Это будет ясно после его посещения, где-то к вечеру можно уже будет сказать, какие результаты, результаты его прихода, какой диагноз и так далее.